солнце. Сейчас я приближу. И не выпрыгивает. Мой черный засранец уже бы внизу был. Так. А вот ты, да? Так, что мне предстоит здесь? Тут трава уже начала пробиваться. Мне нужно сейчас грабельками собрать весь мусор и земли сюда дополнительные побросать. Не ветерок, так оно в принципе не холодно, поэтому можно заняться. Этим мы займемся, да, Чучундрик? Чучундрик нюхает. Пошли заниматься делом. Пошли, наконец, займемся палисадником. Так, мое боевое снаряжение. Грабли. Перчатки. И здесь у меня целый кусок грунта. Целый мешок грунта. Сейчас я пойду сначала уберу мусор, а потом буду подсыпать грунт. Так, все, я на стадии посыпания грунта. Его, конечно, мало. Так, сейчас покажу вам, что у нас получилось. Сейчас вот одного чернопопика с окна удалю. Его не удалишь. Ну, так вот, конечно, здесь земли еще столько же. Раза по три надо. Ну, так чуть-чуть почище стало. На деревьях уже почечки. Смотрите. Такие вот уже просыпашечки начинаются. Бэтмен-мобиль стоит у нас. Так. Домой. Домой. Чучундра. Пошли. Я тебя оттуда искать потом под балконами не буду. Ладно. С палисадником более или менее. Меня, кстати, мне разбили не они, а ветер вчера был, сквозняк. И окно ударило, и вот эта вот у меня конструкция вся на пол упала. Один горшок в дребезги, но другие два я так более или менее, видите, подобрала, посадила, не знаю, они будут, мои контуженные фиалки, расти. Ну и, соответственно, еще горшочек мне нужно будет. Но я в Леруа Мерлен поеду, я, может быть, еще грунта возьму, потому что, ну, конечно, это мало, потому что здесь грунт плохой. Ну, его так завезли с глиной вперемешку, конечно, для деревьев. Еще штуки две таких мешочков, как минимум, чтобы так немножечко присыпать. Присыпать и разровнять грабельками, потому что здесь грабельками, ну, смысла сейчас не было, потому что земли мало, и разравнивать ее граблями. Ну, так. Ну, короче, я пока бегала... Занималась палисадником. Я еще успела забежать в магазин. Сейчас покажу быстренько, что я вам купила. Ха, туалетную бумагу. Ну, конечно, у меня же есть теперь держатель. Ха-ха. Шучу. А, творог обезжиренный. 88 рублей. Он по скидке. А, ой. Это мой кошелек. Он не продается. А, сыр. Вот такой вот сливочный. Виолетта. А, он... Да. Чек я, конечно, не взяла. То есть он, по-моему, 69, ну, 70 рублей. А, вот такие вот вкусняшки себе взяла. А, банана со скидкой, по-моему, 40 рублей. А, корни без скидки, по-моему, 44. Вот такой молочно-шоколадный. И вот такие вот хлебцы. Бородинский тоже со скидкой 29 рублей. Вот так вот сегодня такой небольшой забег в магазинчик.